А ты им говоришь, чтобы они принесли? Они ее приносят? Опять, что ли? Чё ты стоп помещаешь? А вот он был нормальный. Больно смотреть. А и чё? Начни просто эти, и всё, и потом тяжело. Можно играть? Сань, дать нормально. Давай.
Ты жив, лезь, лезь, лезь! Нет, вы там. Не знаю, что это здесь. По ноге дала, да? Не знаю. Пенальти. А я не вижу, где мячик. Какой? А, вон, слева, да? Во втором окне там.
угол, в угол, Наташ, бить! Наташ, Наташ! Да, Вовки, да! Наш, наш! Может, кто-нибудь подъедет, нет? Если хочу, не заедет. Ты если бы чугал свое сообщение быстренько, я смеялась с того, что ты сказала. Катя, я сначала ставила понедельник, значит, завтра я напомню на это. Прям, типа, по факту, перед фактом поставила. Ну, конечно же, не против, но все равно смешно прозвучало. А потом так и перевидишь, потом скрываешься на нашем доме, и так все-таки зашли. Когда Наташа в поле бежит? Когда Наташа в поле бежит? Она сути все. Она, кстати, где-то играла. Да? Да. Но в другом городе? Давай, давай, давай! Чего? Ксюша говорила, что она в 7 утра встала, не как звезда рано. Звезда, да, 10 на 10. Ой, это. В металлострое в 10. Ужас вообще. Она как встала и ушла, то я больше не уснула в 8, проснулась. Что это после? Если бы в полку нормально, честно. Я бы отказалась. Ну вообще мне порадовал Коваленко, он сказал, да ладно, нам все равно. Типа, вот, да хоть в лоб его поставить. Ну ладно. Я уже вчера этот мем придумал, пока на пляжке. Так, подожди, мне звонит кто-то. Алло? Нет, все хорошо, все нормально, я каждый месяц ходила на УЗИ, и мне говорили, что, значит, что все хорошо, это у вас. Слава Богу, все хорошо. О, да, обычно, наверное, на 100, ну, если на 100, не считаю, что обычно.
на 5. Ну, спасибо большое. Спасибо, что позвонили. До свидания. Давайте играть. Что проблема? Давайте. В чем проблема? Что за мем, кстати? А то позвонили. Что за мем ты придумал? Ну я помню. Она забила, да? СПР забили. Слушай, у тебя эфир стоит. Стоит? Это звук мог стоять. Заработал. Это потому что я звук включала. Как-то прохладно сегодня даже. Дождь.
Не знаю, не видела. А почему ты стул вернулся? Ничего страшного, я думаю, что сейчас встанет. Встала. Я говорю, ничего страшного, я думаю, что сейчас встанет. Приводится ваш мяч, куда вы шли? Где? Я прям раздумал. Охренеть. Ну и глаз сатанул. А я хотела шорты надеть, что-то даже не хочется. Ой, я забыла, блин, что здесь по 25, прям так приятно. Добрый день, я хотела пошутить уже, а уже не смешно, потому что это не так было. Ничего, просто мне сказать здрасте. Хотела цветы заказать свои, конечно. Кристи. Сейчас, все, я понимаю, Крис, подожди секунду. Ничего, Крис, я хотела тебя пошутить, и все, а ты с кем разговариваешь? Да, да, уже, для своей подруги, girlfriend. Единорог, женьки. Ладно, ты с кем разговариваешь? С мамой? А что это? Угу. Угу. Так правильно. А они уже взяли, что ли? Так Дашка есть. Это мама, да, понятно, ага. Ну ладно, ладно. Ну а что, ты ей сказала про это? Ну вот, попробовать. Ты их не видишь, если ты не мама? Если я на следующей неделе, это когда? Это вот не на этой, которая будет, а в июне, в начале июня, да? Ну, наверное, его нет, кроме 7 июня, а я его отнимаю, Саша, наверное. И мы пойдем в какое-то кафе вечером. Ну вот, пойдем вечером, все. Ну, это на кораблике, конечно, вы можете сами, но я бы сначала всегда тоже с вами покатались. Да, вечером, смотря, все равно, тем более, я не... Да, конечно, вот не Дима скидывал, мы можем посмотреть это, да, да. Вот, покатаемся. Ладно, ну давай говори. Да, так смешно было, да, ты так говоришь. Тогда я у вас, типа, если бы было где-то в другом месте, ты бы нас не ночевала, потому что мне удобно, вот поэтому я буду у вас ночевать. Нет, да нет, только не сухарю, что это я просто мне, кстати, звонили, что я из этой пироговки спрашивали, как у меня дела, все ли у вас хорошо, я говорю, спасибо, вот. Не, мне сказали, что вам будет через 3 месяца звонить, узнавать, как вы себя чувствуете. Так что я счастлива, и счастлива, что счастлива ты. Все. Смотри, я в 7 заканчиваю, и потом на автобусе мне час ехать, ну, думаю, полтора со всем этим подряд. Да. 20, а во сколько? В 21.30 матч? Чё, в 10 вечера? Охренеть. Я думала, что в 21. Ну ладно, ничего страшного. Да, ну, это уже 22. Ладно, ничего страшного. Тогда... На такси. Катя! Ну хорошо, да, давайте. Хорошо, я поговорю. Все, давай, пока снимай. Слышали, как разговариваю.
Она так спокойно прошла. На кого записывать? На вот это? Зэка это там. Не знаю, там не слышала. Я еще в науке. Питаж, буди! Я тоже не помню. Вот я тебе сейчас... Или я что не вспомню. Вот, по-моему, вот это в голубых тапках, которая вон там в конце. Ну, сейчас спроси. Ну, суета хотя бы отдыхает один лачик. Я сбрал перенос. Ну, ЦС сегодня нормально. Ну да, да, мы на два состава. Там царапина большая была. Далеко не уходите, я думал, что я отыграл, что колено нужно.
все? Да. Можем играть? Дождь! Люблю дождь! Видел, как Аня показывал? Мне нравится. Это здорово. Да не вы. Я не наследил. Носочки опять на них. Дим, не хочешь ходить за кофе? Почему надолго? Мне надо переснять. Конечно. Кто там у нас подъедет, может быть? Не, я хочу сейчас. Потом уже. Нет, не хочу ее просить. Я попросила девочку, но она не успеет.
Девочка из «Звезды» маленькая, не успеет уже. А с кем следующий матч играет ЦС? А, со «Звездой» уже, да. Что, желтую на? Плечо, плечо, прекрасно. Что за болит? Thank you.
какой-то. Беги! Это вон так. Thank you.